Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И в данном видео я бы хотел поделиться с вами такой информацией, где найти хорошую работу в Польше. Потому что поиск работы в Польше довольно часто превращается в настоящий квест. Найти высокооплачиваемую и несложную работу удается далеко не всем. А еще хочется, чтобы она соответствовала уже имеющимся навыкам и была по душе. Что делать в таком случае? Рост польской экономики в последнее время удивляет многих. Чтобы закрыть свободные вакансии, предприниматели все активнее ищут новую рабочую силу, привлекая в штат иностранных работников. Однако в последнее время трудовые мигранты, прежде всего украинцы, уже приобрели определенный опыт и не спешат браться за любую низкооплачиваемую работу в Польше. И делают это не зря, ведь затратив немного времени, можно и самостоятельно найти работу с очень выгодными условиями, даже без посредников. И в этом видео я поделюсь с вами этими возможностями. В этом видео я подготовил для вас подборку сайтов с положительной репутацией, где вы сможете найти выгодные предложения о работе в зависимости от ваших потребностей и навыков. Обязательно, друзья, досмотрите это видео до конца, не перематывайте, смотрите очень внимательно. Возможно, тот сервис, который вы так давно искали, будет именно в этом списке, на котором вы сможете найти работу своей мечты. Поэтому смотрите очень внимательно, и мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, давайте начнем. Это не рейтинг, это не самые лучшие или самые худшие порталы. Я просто их поставил в списке и расскажу про них поподробно по очереди. Первый портал – это сайт Pracuj.pl. Группа Pracuj является владельцем ведущих служб найма в Польше и в Украине. В Польше это Pracuj.pl, а в Украине это Работа.ua. Кроме услуг поиска работы и вакансий, группа Pracuj предлагает и другие сопутствующие услуги. Это виртуальная ярмарка труда Pracuj.pl, а также инструкции для работодателей и практикантов, для студентов и выпускников. Следующий портал – Praca.pl. Общенациональный портал Praca.pl был создан в Польше в 2004 году с целью быстрого и эффективного набора персонала. В настоящее время он является одним из ведущих платформ для изучения предложений на польском рынке труда. Ежедневно на портале обновляется большое количество вакансий во всех отраслях промышленности и городах в Польше. С большой симпатией команда портала помогает своим пользователям найти желанную работу. Третий портал – это Razemwork. В чем я вижу существенное отличие данного портала Razemwork от других порталов, так это в том, что на данном сайте размещают вакансии только проверенные польские работодатели. Этот портал не дает возможности регистрироваться украинским агентствам или частным рекрутерам, которые обманывают работников. Через данный сайт работники имеют возможность напрямую общаться с работодателем и договариваться о работе. Для того, чтобы общаться с работодателем, необходимо разместить свою анкету и выслать отклики в вакансиях, которые вас заинтересовали. Также есть возможность подписаться на их чат-бот Viber, Telegram и получать новые вакансии прямо на телефон. Данную информацию вы можете найти у них на сайте Razemwork, ссылку на которую я буду оставлять в описании под видео. А также, что немаловажно, все вакансии для работников абсолютно бесплатны. Сайт GoWork.pl – это портал, который позволяет пользователям искать вакансии и работы, собранные из многих рабочих порталов в Польше. Он также имеет форум и отзывы о работодателях, которые позволяют получить достоверную информацию о потенциальном работодателе. Портал также предоставляет возможность общения между пользователями путем создания тематических групп. GoWork.pl также является сообществом, где вы можете опубликовать свое резюме, которое будет доступно для работодателей со всей страны. Итак, друзья, осталось еще совсем немного этих сервисов, дальше будут еще более крутые сервисы, поэтому будьте внимательны. Следующая площадка, где вы можете найти работу, это iBroker.pl. iBroker.pl является первым в Польше онлайн-брокером, посредником объявлений о работе, который быстрым и простым способом охватил большую группу потенциальных работников и является инструментом для оптимизации затрат на подбор персонала. Шестой портал – это MonsterPolska.pl. Сайт Monster.com – это один из самых узнаваемых карьерных сайтов в мире. Их лозунг – «Мы обеспечиваем лучших кандидатов на местном и международном рынках». Веб-сайты этого ресурса доступны более чем на 56 языках, и благодаря своим партнерам они присутствуют в более чем 60 странах. Предпоследняя платформа, где вы можете найти работу – это
«Карьера в финансах ПЛ». Это ведущий портал поиска персонала на финансовом рынке. Выпускники экономических школ и специалисты финансового сектора могут найти здесь самый большой выбор предложений о работе, предложения на обучение и профили ведущих работодателей и учебных заведений. Дополнительная ценность портала – это должностные инструкции, отчеты об уплате труда, советы, связанные с планированием профессионального развития и другой интересной отраслевой информацией. И последний сервис – это Grad.pl. Это самый большой и самый популярный сайт для рекламы в Польше, и я уверен, вы о нем слышали, если вы уже были в Польше. В течение многих лет он был лидером в своей отрасли и занимает первое место на рынке онлайн-рекламы. Более 300 тысяч предложений ждут пользователей интернета в следующих категориях – автомобили, жилье, недвижимость и работа. Поэтому, друзья, вы можете посетить все эти порталы, ссылки я оставлю внизу в описании под видео, посмотреть, покомбинировать, просмотреть, где больше всего вам подходят вакансии, работы, но также не забывайте о интересных предложениях, которые можно найти в соответствующих рубриках и на других сервисах бесплатных объявлений. Например, можно найти неплохую работу на сайте OLX.pl. И не стоит также забывать и о всем известных социальных сетях. Например, в Facebook есть десятки специализированных групп, где каждый день предлагают тысячи вакансий с различными условиями. Однако, несмотря на контроль администраторов соцсети и соответствующих групп, здесь есть большой риск натолкнуться на мошенников. Поэтому будьте внимательны при выборе и хорошо анализируйте предложения. Помните, что независимо от того, каким способом вы нашли работу, перед ее началом необходимо подписать трудовой договор. Наилучшей формой контракта для нанятого работника в Польше является трудовой договор, так называемая умова о праце. Он в полной мере защищает права работника и гарантирует отсутствие претензий со стороны контролирующих служб Польши. Существуют случаи, когда польское законодательство требует заключить именно его, а не другие виды договоров, например, договор подряда или договор поручения. Я уже ранее рассказывал о плюсах и минусах данных договоров, поэтому, друзья, ссылку на данное видео, если интересно, также оставлю внизу в описании под видео. И на этом, друзья, я буду заканчивать свое видео. Ссылки на все порталы, которые были упомянуты в этом видео, вы найдете внизу в описании под видео. Также, друзья, если вы хотите поблагодарить меня за проделанную работу и информацию, которую я даю для вас, то обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите какой-либо комментарий, что вы думаете по поводу этих сервисов для поиска работы и каким способом пользуетесь вы. Поэтому, друзья, спасибо еще раз за просмотр, желаю всем хорошего дня и до скорых встреч на следующем видео. Всем пока!